Вода не отступает. Паводковая ситуация на Дальнем Востоке изо дня в день ухудшается. В режиме чрезвычайной ситуации живут 5 регионов – Якутия, Хабаровский, Приморский край, Амурская, Еврейская, Автономная области. Пока вода продолжает прибывать, МЧС наращивает силы в пострадавших районах. Отправились в зону бедствия спасатели из Чувашии. Спасать людей и бороться с последствиями паводка из Чувашии отправились 4 патрульных катера с экипажами по 2 человека. Группу сформировали на базе госинспекции по маломерным судам МЧС России. 15 августа вышел приказ привозку в региональный центр МЧС России о сформировании группировки сил и средств для ликвидации последствий наводнения в Дальневосточном федеральном округе. Вечером 16 августа колонна из 3 республик прибыла на сборный пункт в Нижнем Новгороде. Оттуда сводный отряд из регионов Поволжья будет переброшен сегодня, 20 августа, на Дальний Восток на самолете. Все сотрудники прошли инструктаж по мерам безопасности в период командировки. Проведен смотр готовности личного состава, плавсредств, спасательного инвентаря. В МЧС отмечают, спасатели из Чувашии пробудут в зоне затопления столько, сколько этого потребует сложившаяся ситуация. Кстати, помочь пострадавшим от наводнения может каждый. Открыт счет для пожертвований. Его реквизиты можно узнать на сайте правительства Амурской области. Размещены данные и на правительственном портале Чувашии.